На прошлой неделе она стоила 289. 292 рубля, да? А можно я за 100% выкуплю там что? 2900. 2900 получается, ну 3000. 10 пакетов акций доведет минимальный пакет, который можно купить как раз для торговли на бирже. Не-не-не, мне, ну вы говорите, 10 штук, да? Если 10 да. акций, это 10% акций получается. Я хочу купить до 100% акций, отдам 3000, там бог с ним, но разорюсь на все бабки сегодня. Вот. Ну и стану тогда владельцем «Газпрома», правильно я понимаю? Вы будете акционером, владельцем «Газпрома» другой? Почему? Ну мы же акции покупаем. Если я выкупаю 100% акций, получается «Газпром» мой. И этого чувака я просто выгоню. А хотите, не скажете, где ну, директор сидит и «Газпром», чтобы я сейчас, когда акцию у вас куплю, чтобы я его выгнал, пошел туда? Вы вообще понимаете, как работает биржа? Да, покупаем, продаем и немножечко поем. Да, но такое ощущение, что это детский сад сейчас происходит. Почему? Я с вами общаюсь на серьезную тему, вы мне говорите про детский сад, девушка. Ну что это за разговоры? Ну 100% акции, это по вашей логике, это 300 тысяч рублей. У вас есть 300 тысяч рублей? Да. А вы кем работаете, Андрей? Я кем-то работаю. Кем? Да не суть важно, кем я работаю, главное. Вас плохо слышно, вы пропадаете. Я не пропадаю, я на месте, вот стою в одном месте. Ага. А вы сейчас говорите? Что? Говорю, вот сейчас говорите, вас слышно. А, я сейчас говорю? Да, ну да, я очевидно, что я говорю, я же вам говорю. Алло. Алло. Да-да. Ну да-да, вы мне хотели рассказать там что-то, показать. А вас как зовут? Да, я вам хотела предложить сотрудничество с нашей компанией. А вас как зовут? Меня? Да. Я представилась, Ксения. А, я просто сказал. А размер груди... Я просто у всех девушек... В Москве. А, не, размер груди, говорю, я просто у всех девушек спрашиваю. Ну так, записываю просто так. Ксения, там, третий размер. А, это не слишком личная для вас информация? Да нет, ну, какая разница, все равно мы увидимся, я увижу. За 300 тысяч, в принципе, нормально. Еще очень хочу с вами увидеться. Ну, в смысле, мы должны с вами обсудить, как мы будем с вами покупать «Газпром». Ага. Ну и лично я с вами покупать ничего не собираюсь. Почему? Вас... Зачем? Вы не перспективный. У вас грудь маленькая, вы из-за этого расстроились, поэтому не хотите мне говорить? Да, конечно. Маленькая грудь тоже хорошо, не переживайте. Надо просто, ну, должен найтись ценитель. Ну, если, конечно, не нулевка. Просто должен найтись ценитель, который любит маленькие. Алло. Алло. Да-да, я вас слышу, продолжайте. А, не, я слушаю вас, как бы, ну, о «Газпроме» речь просто. Вы мне так не сказали размер груди, чтобы мне ваш номер записать. Ксения, там, третий размер или как-то. Пятый размер, второй, первый. То есть, хорошо, то есть 300 тысяч рублей у вас есть, правильно? Ну, конечно. Ну, все, отлично, тогда переводите мне на карту, куплю вам «Газпром». Слушай, переводите мне на карту. Вы мне размер груди не говорите, а я вам на карту должен перевести. Что это такое? Что это за разговор? Ну, а что вы такой расчетливый, как бы, извините меня? В смысле, ну, мне должны быть какие-то гарантии, хотя бы размер груди. Ну, это слишком... Не, много для вас. А почему это слишком много, девушка? Вы когда идете по улице, то есть вы прикрываете там этим, бинтом перетягиваете, чтобы не видно было? Конечно. Вот. Ну, кто-то же знал, кто-то же видел, там парень бывший. Он рассказал друзьям, друзья даже знают, какой размер. Так, а я по девочкам. По девочкам? Ну, значит, нет, парни, я по девочкам. Значит, бывшая девочка сказала другой девочке, или там... А, да хрен с ним, с сиськами, как бы, давайте о «Газпроме», чего вы какую-то фигню про сиськи рассказываете? Запишу, как Ксения 0. Обиделась.